Всем привет! Как работают овцеводы? Покормились, напоились, отдыхаем. Сегодня детишки пришли. Что делаю? Все переписываю в блокнотик. Свои дела. С одного блокнотика во второй порядок навожу. Я же люблю все по местам, чтобы все было по полочкам. Ничего новенького. Все хорошо. Уже не могу дождаться, когда уже травка пойдет, чтобы был другой фон. А то снимаешь каждый день одни и те же видео, получается. Людям, зрителю это не интересно. Когда окоты хотя бы были, то что-нибудь там как бы немножко другое. А там сейчас окоты закончились, там ну, две штучки еще должны, но уже как бы все. И там кто-то насчет кормушек спрашивал, говорит, где кормушки не вижу. Там они у меня буквой Г вот так идут. А возле стенки, то есть я через стенку, получается, эту перекидываю сено в кормушки. Просто за зиму там много большой, не то что навоз, навоз и много сена. И они, ну, там ну, как сказать, не знаю, как правильно объяснить. Сейчас уже, когда будут ходить на выгул овечки, уже там все будет чиститься, убираться все будет. Овчарня будет доделываться, потому что это все, что мы успели сделать. И так максимально, чтобы овечки перешли. Кто давно смотрит мои видео, он помнит, как было, где они у меня жили до этого и очень торопились сделать. А в этом году уже, если позволит финансовая сторона, то мы закончим, все сделаем, и сена не будет, как в прошлом году. На улице все намокло, все немножко подгнило, но не критично, просто сказать. Кто понимает в этом, тот сам знает. А так все хорошо. Всем хорошего, прекрасного дня, супер недельки. Эти выходные, я так понимаю, выборы. Всем удачно сходить на выборы, кто пойдет. Ну, всего доброго, пока.